Все-таки грандиозный план пришел мне в голову. Завтра же весь город узнает, что у меня будет скоро ребенок. Вот тогда и посмотрим, кто чего стоит. Жребий брошен, Рубикон перейден, мосты сожжены. Когда-нибудь я эту тетрадку покажу Косте. Но сейчас ему ни слова. Договорились? Чего же начнем? Пожалуй, начнем с родителей, а то ведь это такой народ, никогда не знаешь, чего от них ожидать. Итак, пусть поскорее минет ночь. Доброе утро. Доброе утро. Скажи мне только откровенно, у тебя были любовники? Ты, Маш, на грубость нарываешься. Ну, а родители тебя выгоняли из дома? Как тебе нравится это небольшое интервью по личным вопросам? По-моему, нет такого вопроса, на который нельзя было бы дать исчерпывающий ответ. Да? Ну, а ты ответь своей доченьке. Да, пап, ответь мне, а у тебя были любовницы? В смысле? Ну, ты артист, музыкант. Неужели ты никогда не погубил ни одной своей поклонницы? Ну, как же. Двоих чуть не погубил. Интересно. При помощи твоей овощной диеты. Да? Ну, вы мне весь план срываете. И почему вы у меня такие неяркие? Слышь, Сережа? Да. Мы у нее не яркие. Тусклые мы у нее. Мам, а что, если бы я вам сказала свою самую страшную тайну? Я горько рыдаю, ищу вашего участия, а вы мне на это вон. Какая у тебя может быть страшная тайна? А, и куда это вон? А просто на улицу. Представляете? Ночь, мороз, я ухожу босиком, без шубы. Кутаясь в старенький мамин платок, слезы замерзают у меня на глазах, и ветер гонит меня по пустынным улицам.